вторая масштабная переписка сценария произошла тогда, когда у руля уже планировался Ренни Харлин. Молодой режиссер буквально бурлил идеями, начиная от показа родного мира чужих и заканчивая фильмом, где чужие попали бы на землю. Но студия быстро привела Фина в чувство, указав, что не будет финансировать новые миры. Тогда Харлин предложил продюсерам нанять сценариста-попутчика Эрика Реда для дальнейшей работы над имеющимся скриптом. Продюсеры, конечно, согласились, но в результате все только усугубилось. Ред должен был переписывать сценарий Гибсона, но проблема заключалась в том, что ни Галлер, ни Хилл все еще не могли внятно объяснить ему, что они хотят изменить. Сроки поджимали, и в результате Реду дали всего 5 недель на то, чтобы он написал абсолютно новый сценарий. Каким-то фантастическим образом Реду удалось вложиться в срок и предоставить свою работу в феврале 89 года. Но вот результат. Итак, после событий «Чужих» проходит несколько лет. Сулака прибывает на космическую станцию под названием «Северная звезда». В видении Реда она представляет собой весьма необычную конструкцию, где с одного конца расположен прозрачный купол, под которым находится небольшой городок с колонистами-сельскохозяйственниками, а с другой стороны – военную базу протяженностью в 50 уровней. На борт Сулака высаживается команда спасателей во главе с капитаном спецназа Сэмом Смитом. Попав внутрь, вместо выживших они находят лишь раскуроченные криокапсулы с яйцом чужого там, где раньше лежала Рипли. Тут же на солдат бросается 5-метровый чужой, убивающий всех, кроме Сэма. При этом Сэм теряет руку и ногу, но позже их заменят на кибернетические протезы. Спустя 2 недели наш герой приходит в себя. Из-за шока Сэм потерял память о произошедших на борту Сулака событиях, а его отец по имени Джон Смит явно что-то скрывает. Да, в этом сценарии у Реда действительно очень богатая фантазия на имена. В течение последующих 30 страниц Сэм играет в детектива, пытаясь разгадать тайну произошедшего, что, признаться, весьма скучно, ведь нам, зрителям, и так прекрасно известно, что произошло на самом деле. Выясняется, что очередные, очевидно, не вполне вменяемые ученые взялись за разведение чужих. Для этого они используют животных, отобранных у тех самых колонистов-сельскохозяйственников. В общем-то, все это делается с целью приручить ксеноморфов и сделать из них суперсолдат и скинуть на Москву. Опять без русских не обошлись. Я смотрю, холодная война очень многим не давала покоя. Но естественно, что вскоре монстры отбиваются от рук хозяев и начинают всех подряд убивать. Более того, в понимании Реда чужие по какой-то непонятной причине вдруг становятся похожими на монстров из нечто. Их клетки могут ассимилировать как живую, так и неживую материю. И теперь они заражают все и вся, начиная от людей и заканчивая металлическими предметами. И делают они это простым прикосновением. Все сюда! Фрэнк, сядь в середине и не касайся металла! В итоге чужие выбираются на верхние уровни станции, где уцелевшие солдаты и фермеры баррикадируются в фермерском городке и отбивают первую атаку пришельцев. Но зараза просто так не сдается. Через чужий комара... Да-да, я не оговорился. Это чужой, мутирующий в комара. Так вот, через него вирус передается домашнему скоту. В результате в скрипте появляются чужие коровы, чужие свиньи и даже чужие цыплята. А затем Джон Смит признается, что он ставил эксперименты с ДНК чужих на себе, после чего тут же мутирует ксеноморфа на глазах сына. Ух, какой накал страстей, да, ребятки? Ну ничего, дальше еще круче. Сама конструкция Северной звезды подвергается заражению инопланетным вирусом. И в результате станция превращается в гигантского гротескного чужого диаметром в несколько километров. О бой. В драматической финальной сцене Сэм Смит с семьей пытается улететь на спасательном корабле, но сталкиваются с Джоном Смитом, который превращается в 5-метрового чужого и пытается всех убить. Сэм кричит отцу: «Папа, пусти нас, или мы погибнем», после чего слезинка скатывается по биомеханическому лицу отца, и тот спасает сына. Благодарный Сэм улетает и из космоса взрывает чужестанцию ядерными зарядами. Я думаю, вообще не стоит объяснять, почему сценарий Реда плох. Завязка не выдерживает никакой критики, персонажи и диалоги на редкость убоги, а от финального твиста с чужекомарами и слезинкой, скатывающейся по лицу чужого, начинаешь сомневаться в психическом здоровье сценариста. Единственное, в чем Ред традиционно хорош, это описание всяких сцен расчленения и мутаций, которых в этом сценарии больше, чем во всех остальных фильмах вместе взятых. Но для хорошего скрипта этого, мягко говоря, недостаточно. Как нетрудно догадаться, сценарий не понравился никому из причастных к проекту лиц. Уивер назвала его ужасающим, после чего заявила, что не хочет больше иметь ничего общего с триквелом. А Ренни Харлин вообще разорвал контракт со студией и занялся съемками «Крепкого орешка 2». Так «Чужой 3» потерял второго сценариста и первого режиссера.
В 2010 году Эрик Ред прокомментировал свой опыт по написанию этого сценария следующими словами. «Это единственный сценарий, от которого я полностью отрекаюсь, потому что это не моя работа. Это скороспелый плод слишком большого количества встреч и вмешательства различных сторон, которые не оставили мне никакого времени на работу, из-за чего вышел полный шлак».